И еще очень важно, я всегда во всем виню себя. А когда винишь себя, ты делаешь выводы и развиваешься. Соответственно, виноватых нет, виноват ты. Когда виноват кто-то вне, ты всегда думаешь, а зачем мне меняться, виноват же он. Поэтому я всю жизнь, что бы со мной произошло, эту страну я же выбрал. А бизнесом банковским я же начал заниматься. И когда он дорос до политического уровня и у меня отняли, разве, будучи политиком такого уровня, я бы у кого-то так бы не отнял бы? Не знаю. Я на его месте не был бы, например, да? Не был. Но вероятно, ты бы сделал бы то же самое. Может, я отнял бы. Кто знает.